Я занимаюсь ребенком два раза в день, дневной сон и ночной сон, потому что он ну, в течение дня, когда он активен, это невозможно, потому что он сразу начинает убирать руки, он нас не любит, когда его трогают. И буквально вот я первые несколько дней у меня получалось по 40 минут вот его дневной сон дышать и ночной по 40 минут. А я заметила, что он начал гораздо больше писать, прям намного больше. У нас проблема, он очень мало пьет и сам не пьет, не заставишь его. Вот, естественно, в туалет ходит мало, а тут он прям его как прорвало. Стал более спокойный, а последние несколько дней я его заставала в такой позе, что он лежал, у него были ножки вытянуты, и руки вот так вот, и он просто лежит, смотрит. Обычно у нас, когда не спит, он все время сидит, ему надо что-то постоянно в руках держать, то есть он постоянно суетится. А тут он прям и лежит, так расслабился, и лежит. И я как, с таким удивлением так смотрю, думаю, надо же, вообще раньше такого не было. Ну, вот. Прекрасно. Да, поздравляю. Мы видели, да. После вашего да. сеанса вообще он всю дорогу. Во-первых, он у нас часто вот выгибается вот на спине, на голове вот так стоит. Угу. И когда вот Дима начал работать, и прям видно было прямо на глазах у меня у мужа вообще там волосы зашевелились, когда он прям с каждой секунды он прям вот так вот расслаблялся и опускал спину. А всю дорогу он ехал вообще такой расслабленный, просто вообще, не знаю, как тряпочка, причем у него такое удовлетворение было на лице. А ночью он первый раз уснул у нас вот в такой же позе, вот руки в стороны, ноги вытянул. Обычно у нас вот так кулачком, вот так стенки и на бочок, все время так засыпает. А тут он всю ночь практически спал вообще расслабленный, то есть удивительно. Дай бог продвижения дальше.